Добрий день, громадське телебачення Запоріжжя. Я Тарас Білка, і у нас сьогодні в гостях. Я б навіть, давайте відмовимося від слова «гість», просто от ми дуже мало з вами знайомі, але я вже відчуваю, що ви мій друг. Ми сьогодні будемо спілкуватися з другом, і мій друг, він за сумісництвом заслужений артист України Віктор Костянтинович Демиртаж. Я думаю, що особливо вас навіть представляти не треба, бо всі знають, принаймні візуалізувати вас можуть. І тем для спілкування дуже багато. Добрий день. Добрий. Дуже вдячний, насправді, що от я вас вирвав так з вашої відпустки, але ви знайшли час, тим не менше, поспілкуватися. Ну, це не зовсім, як говориться, відпуск, тому що ми тут були на фестивалі. На фестивалі, в общем, хороший фестиваль був. І просто, як це той анекдот, коли грузин нас питає, як ви доїдете? Говорит, если не хватит бензина, то мы на одном темпераменте. И вот он на энтузиазме, на любви к детям, на любви к кино это было сделано на хорошем уровне. Давайте тоді трошки про цей фестиваль. Зараз взагалі, що відбувається з цими фестивалями, особливо дитячими? Це ж проблема, і вона давня, і на неї чомусь звикли так не звертати уваги насправді. Я в тому году був в Приморске. И видел очень много, тут очень много беженцев. Но беженцев чаще всего это мамаши с детьми или отдельно дети. Детские дома эвакуированы оттуда и все прочее. И этим детям надо как бы теплота, внимание, интерес какие-то светлые, чистые, большое, солнечное. Я смотрел, как рушится, все рушится у нас там. Я не говорю о кино, что на кино у нас никогда денег, на культуру денег не хватает. Ну, кто бы ни был, культуру денег. Хотя культура, кино, а у нас очень сильный потенциал. И киностудии хорошие есть, и самое главное, у нас кадры. Как Сталин говорил, кадры решают все, и он был прав. А був піковий момент, ви говорите, що спостерігали, коли все оце руйнується, і піковий момент, коли кіно, яке і так було зруйноване, почало руйнуватися ще більше. Чи воно все ж таки якось розвивалося? Ну, як воно, рушиться? Кіно – це річ така, що енергоємка. Значить, треба платити за електричество, актерам платити, гостиниці, транспорт. Это дорогое удовольствие, но оно отдачу дает, колоссальную отдачу. Вот я смотрю, знаете, раньше был бытовал такой анекдот, что есть фильмы великолепные, там такие хорошие, плохие, и киностудии Довженко. Это шутка. Но это неправда. Вот я смотрю сейчас фильмы, я такой, знаешь, такой как бы смотрел, закончив ГИК, и такие фильмы Антониони, Пазолини, там. Они были очень сердечные, добрые фильмы. Чего сейчас не хватает? Ну, не хватает. Вот. А не хватает. А знаешь, почему не хватает? А щирість не можна ж купити. Да. Потому что щирість снимается 14 часов в день. И человек, то как актер, он свою душу должен отдать. Он, соответственно, текст приносит текст. Лучше это органично, но больше надо сердце внести. Тогда, может, даже слабенький сценарий. Но он, соответственно, этот сценарий, будет интересен. Интересен, актеры помогут, там то-то, события, там как играют актеры, как то-то. Вот это... А можно навчити вкладать сердце? Мне кажется, что это або есть, або немає. Можно дать какой-то базис, можно, але конечно, навчити... Можно навчить, но это примесло. Но если таланта нет, то его и не будет. Это такая вещь, или он есть, или нет. Но я вам скажу такое. Даже если сердце и ремесло есть, это патагонная система... Скорее снять, чтобы не платить за гостиницы, актерам платить. Особенно снимали, когда у нас был культ вообще, одни московские артисты. Но они привозили, конечно, кто платит, тот и заказывает музыку. Они платили, они сказали, вот этот, они приезжали. А нам уже, украинским актерам, вторые роли. И платили нам 3-4 раза меньше, чем... российским артистам, понимаете, это несправедливо. Вы пойдите только в Киеве, я уверяю, и в Запорожье, и в Днепропетровске, и во Львове. Прекрасный актер. А у нас вообще в лесе украинки, Франка, на левом берегу, молодой театр, еще студии. Да прекрасные спектакли, прекрасные артисты, прекрасные.
Очень сейчас, во-первых, очень много снимаются. И в Москве снимаются там. Ну, сейчас уже, наверное, это проблематично. Вот. Но шикарный просто. Просто. И гордость такой. Да вы попадите, если в Москве по театрам вот так взять театр, то 50% украинцев. Ну, потому что здесь, конечно, море, ну, вообще, то есть Украина богата своей, красивая страна, леса, реки, озера. А что не восточает они? Ну, не восточает одного, что надо ценить, и за это надо, за это все надо заплатить, когда она кровью, как бы, она нам легко достала. Мы не осознавали, что мы такая великая, и что мы можем сделать. Начали не с того, начали. Теперь доводиться. Да, теперь, ну, конечно, ошибки исправлять. Время малое такое. Нация формируется, нация есть, но вот такая, которая, она формируется, ну, не за 10-20 лет. Зараз от люди стають трошки більше злими, але от я здивований, у вас немає оцієї ностальгії. Можливо, якийсь відбиток на вас ще наклалася от праця і довга дружба з Зеленком? Мені от про це цікаво ще спитати. Я хотів сказати, злими. Понимаете, вот человек, он же проявляет себя в экстремальной ситуации. Вот оно и проявилось, потому что наше невежество. Надо начинать с детского садика, ребенка учить, вилочку держать, чтобы он нормально, хорошо одевался, внимание, чтобы он слушал и слышал, смотрел и видел, хорошие стихи хорошие, отношения. Чтобы это все было небольшие, чтобы к нему внимание, чтобы классы были в школе, опять дальше в школе, чтобы в школе было класс не больше 20 человек, чтобы она знала, педагог, который ведет классный руководитель, она не только знала, как он занимается, его проблемы дома, что-то, помогала, с родителями общалась, как должно быть. А у нас все это на бумаге было. И даже в советское время приходила, если ты хорошо занимаешься, там, ее там это не, она не приходила, не знала ничего, что там творится в дома или там его личное ребенка лично, что мешает ему вообще формироваться нормальным человеком. Так я закончу мысль, мы о чем, значит, вот с этого. Оно же так не просто, я обозлился. И все винят кого-то, никто не хочет сказать, что я виноват. Да я виноват в этой ситуации. Каждый из нас в чем-то не святых нет, но надо же это себя начать. Если вот себя начинать, то, мне кажется, можно что-то сделать и все. И я, конечно, восхищаюсь нашим народом и людьми, которые вот сейчас делом, не словом, а делом защищают нашу страну. Это же дойти до такого маразма, такая страна, пятое место в мире занимает по экспорту оружия, нечем было защищать. То есть армия в таком состоянии была, 6 тысяч боеспособных было. И как же, чем же Крым там? Там я в Каче отдыхал, у меня родственники в Каче, в Крым. Они там, я видел военно-морские базы и флот российский, ну что вы. Как с ними воевать, с этими самолеты, все время тренировки, то прочее. Ну а потом же колоссальная, соответственно, как бы агитация. Агитировали, они знали, что человек – это существо, которое очень здорово реагирует на деньги. Платили этим солдатам, наемникам, офицерам 4-5 раз, чем украинским, это уже сразу, это у каждого человека. У каждого есть жена, ребенок, и жена тебе говорит, это пиляет, квартиры нет, там кто-то нет, это нет. Это а у соседа есть? А у соседа, ну, конечно, это первое. А второй вопрос, это, соответственно, как бы тебе сказать, рост и вообще благосостояние. Они там на машинах ездят эти, на машинах, ну, то, а наши... Проблемы. Ну, того хотелось, а этого все равно да, немає. Но дело еще другое, что там 50%, они говорили, там я часто снимался в Крыму, и они говорили, моряки, они говорили, что жизнь коротка, и прожить ее надо в Крыму. Они уходили на отставку,
россияне, ну, даже вот они с Курска или там, даже некоторые с Москвы, они покупали дома, они там жили. И они, конечно, вот когда такая ситуация откололась, они в душе остались русскими. То есть даже хоть приняли там паспорт, получили российский, но в душе-то они как бы, они это не восприняли. Ну, такая ситуация. Ну, это, конечно, мне в голову, но никогда я учился в Москве. Да я вам клянусь, что я на страшном под пытками не мог сказать, что я когда-нибудь будем воевать с русским. У меня столько друзей, там родственников, там живут. А я по национальности кто? Бабушка у меня Дубинина русская, дедушка турецкая там кровь, Крымская война была, он в плену остался, я остался здесь, ну, там уже ничего, ну, тоже украинская, там осталась, турецкая. А мама Носак, Запорожец, запорожский казак. Ну, кто я мне? У меня тоже есть русская кровь, тоже я гордился всегда своей страной и прочее все. И в голову не уходило. Мне всегда, какие-то Олимпийские игры, даже сейчас, я болел за Россию, за то-то, хотел, чтобы, если не Украина, так Россия, пускай футбол смотрел. Просто... Самое страшное, что большие художники, ну это понятно почему, поддерживают вот эту политику, все говорят, этот обман, что тут творится. Но я не видел русских, что здесь русских прижимают. Вот я, вы извините, ну не видел. Прижимают русских. Янукович на украинском говорит, Азаров на русском, а украинцы, ну что. У нас, как говорится, в правительстве меньше украинцев, чем других национальностей. Да это не самое страшное. Главное, чтобы они честные были, хотели добра народу несли и прочее все дела. А национальность это не имеет значения. Это кошмар. Но я понимаю, почему там люди, они пригреты. Он мудрый, этот самый Путин, надо отдать должное, это умный человек. Враг очень силен и коварен. Куварин, они обласканы опять же рублем, квартиры подавали, премии. Я знаю своих друзей, не буду говорить, не хочу, но на день рождения Путин подарил машину, а Ельцин и золотые часы, там тут такие, это отражается и пенсии, то есть соответственно стабильность есть. И он, конечно, они доверены или почему он такой рейтинг. И выходят люди популярные, любимые, и говорят со сцены о человеке, о Путине, о прочем, то-то. И это колоссальная поддержка. И он за это платит. Как и армия платит, он большие деньги за что. Но я ездил, например, по России, очень часто снимался и видел. Мне просто жаль этот народ. К нему такое отношение, как и был, знаете, винтик вытащил, другой вставил, то-то от нашей, ну что там, даже в некоторых деревнях газа нет, очень дороги ужасные. После России, где был, возле Сухуми, Батуми, там, где война была, там, кошмар просто, там, там же можно было, не вкладывается, нет стабильности, не знают, что, как она, куда пройдет и прочее, что... И там такие санатории шикарные, закрыты, там прочее. Просто, ну, пустует. А я, когда был, там все цвело, столько было отдыхающих и прочие дела. Ну, и других же так же. А Крым, он и пообещал им 500 миллиардов рублей, а, извините, дал где-то 200. А это 500 тоже ничего не стоит, потому что... Там нету промышленности, нету пенсионеры, одни пенсионеры живут. А в пенсионном фонде, какой сейчас в России дырка, у них очень много, как и у нас. И эта война, она не нужна ни России, ни Украине. Надо просто порядочно жить. Как братья надо жить, уважать друг друга. А с друзьями, которые в России, спілкуетесь, как они расставляются? Да многие так, я более как мудрее, я как-то ухожу от этого, стараюсь уйти от этого всего. Но, соответственно, они боятся, мало того, они же боятся. Когда о Путине, они же поворачиваются сразу и, как говорится... Чи никто там не дивится? Да, не слушает, не слушает, скажет.
ну что ты? Я, это же, конечно, это ужас какой-то. Я должен, и такое мне предлагает, вот такую, такую дружбу предлагает, такое возвратиться в Совет. Я любил, любился Советский Союз, но я помню очереди, репрессии. Моих расстреляли, первого мужа, мама моего расстреляли. Другие, сколько пострадало людей и прочее. Все это. Это эксперимент, но нельзя так. У нас был уродский социализм, теперь уродский капитализм. От этого, а теперь к искусству. Так, в капитализме понимают, что требуется для обывателя, для человека. Ему надо, как в Риме, хлеба и зрелища. А эти зрелища, если они еще воспитывают человека, то, соответственно, это очень-очень здорово. И вот и на этом деньги зарабатывают. Америка какие деньги зарабатывает? Почему мы не могли бы зарабатывать? Что мы не умеем даже вот эти шоу, эти машины, эти бойню все сделать? То, что любят, интересно. Ну, как бы это, зрелищные. Конечно, можем делать. Мастера есть у нас. Только денег нет. И это намного дешевле. Если у них стоят такие картины, стоят там 200, 100 миллионов, 300 даже больше уже такие. Бюджеты космические. То мы это могли бы сделать. И делают же. Делают хорошие картины. Ну, я хотел спитати якраз про вашу роботу з Єленком. З Єленком, ну это сам факт, что, как бы вам правильно сказать, даже как человеком. Я много, вот, очень умный человек. И очень, как говорится, ну, разносторонний. Он прекрасно рисовал, писал, оператор гениальный. Ну, просто это. Вот сейчас 4 числа будет 50 лет, как тебе не забыты клетки. Да я недавно просмотрел, но это просто. Это же совсем недавно дивився. Да? Совсем недавно, да. А его восстановили же, знаете, вот это вот. Ну это просто, это гений снял, гений, только из-за этого, понимаете, он человек, и человек был, он чувствовал талантливых людей, помогал многим на студии. Пришло очень много молодых людей, вот у нас директор киностудии, хороший режиссер, молодой, энергичный человек, Госкино. Это сейчас не Госкино, а департамент кино. Возглавляет сын, кстати, Филипп Ильенков. Он много снимался в кино, сам снимался. А закончил он юрист-международник. Это очень тоже очень хорошо, когда все-таки это его должность, это больше и творческая, и организатор. И человек должен со вкусом быть, понимать. А то у нас раньше было такое, что человек руководил сельским хозяйством, а вы снимали, ставили министром культуры. У нас на Украине такое. Ну практикуют и до сих пор бывает. Ну, бывает такое. Ну, как один мой товарищ, когда он любил пошутить, а когда о нем шутили, он говорил, о своих не будем. Своих не будем пускать. С кем зараз с молодых вам комфортно працювати? Ну, вы знаете, очень много. Очень много. Ну, брати останнє сповідь, там якраз співпраця з молоді була. Для мене вона була складна. Я вам об'ясню ситуацію. Я закінчував, я володію українською мовою, але не хочу її поплюжити. Ви розумієте, я навчився в Москві. Це раз. Я вивчив, коли мені сказали, я все сказав чесно. Я вивчив. А потом они решили фишку такую сделать, чтобы они говорили на ленском языке. То есть, ну, на этом. Диалект. Диалект. А что это диалект? Ну, они, правда, говорят, что они, это чистый у них украинский язык. Ну, чистый украинский язык. Это у них немецкий, польский, угорский, словацкий, соответственно, русский и украинский. Вот такой винегрет. И такие слова, и они так говорят, они так перекручены, что их выговорить очень сложно. Выговорить. А понять сложнее. Не, понять там, понятно, я понимал все. Я вот понимаю все, но выговорить. И это за два дня. Но я же еще другой, дорогой мой. Я
выучил уже слова. И я тот, у меня выучен. И за два дня это очень сложно. Если бы заранее там кто-то все выучит эти там у них эти всякие все. И мне, вместо того, чтобы бороться с этим, с моим героем, за его, чтобы он живой был, и я вспоминаю слова, большое, много времени, то есть отнимало энергию. Чтобы не забыть, что тот, ну. Ну, картина получила 14 призов. Отдать должное. Это дебют режиссера, и ну, для дебюта это великолепно просто. Ну, это картина, как бы сказать, фестивальная. Она очень интересна. А зараз чітко сформувалось, до речі, мені так здається, фестивальне кіно в Україні. Саме от фестивальне і для фестивалів, тому ну, що... Ну, це плохо, знаєте, знаєте, чому плохо? Що значить фестивальне, елітне, не поймуть, не то, то. Надо делать так, когда хороший, вот я небольшой любитель, ну, я люблю музыку, ну, симфонической музыки, ну, не фанат, но когда вот недавно в Киеве у нас есть такие вечера, суббота, воскресенье, в Мариинском дворце, там есть открытая площадь, там киевский симфонический, то есть украинский симфонический, у нас очень хороший оркестр. Ну, и у меня друзья, и вообще они пригласили, приедет тут. Я с большим удовольствием слушал, но там же все фестивальные были авторы и прочее, но они были живыми. Да, живыми, и они люди, которые даже приходили, жены притаскивали, как люди смотрел, как артист смотрел, как они слушают. Они были, им было комфортно, они были съедобны. Эта музыка съедобна, она понятна. А когда это кино непонятно, она отторжение. Ну, кино должно что нести? Добрые, вечные мысли, хорошие мысли, добрые, учить людей добру, а не ненависти, разжигать ненависть там прочее. Люди же не думают. Люди думают, что вот это он думает. Да нет. Человек, в нем получает информацию отсюда, вот информация. Это, и он потом с книг, с мудрых, и потом он сравнивает и находит то подтверждение чему-то этой мысли, и он принимает эту. Вот с кино часто люди мыльные жопы смотрят, они начинают вести себя так, как герои, а оно же к жизни не имеет никакого отношения. Там надо для, чтобы продолжить дальше, они какие-то сюжеты, какие-то делают, они же убивают, тут они воскресают, там то-то такое. Ну, смотришь просто, ну, откровенно, кушать-то хочется между нами, и приходится сниматься вот таких, потому что это жизнь. Часто люди говорят одно, а делают другое, потому что не ведают, что делают, как в Библии, одна рука, нет. Делаю другая. Ну, стараюсь, но сложно. При моей пенсии 1300 гривен. У меня так получилось, что... Как заслуженный 1300, да? Да. А еще меньше было. Знаете почему? Мы очень пострадали. Нам пообещали, ну, решили, что театр киноактера уже, когда кризис начался, не нужен. Ну как не нужен? Сократить его не так-то просто. И нам предложили... Вы деньги не будете получать, но пенсионный фонд мы будем платить. То есть стаж идет. Ну, согласились, все согласились. А когда на пенсию идти, то 15 лет выпало. И 1300, ну как я могу унести? У меня жена, там, дети, прочие, внуки, что-то. Я мне, когда, знаете, когда... Приходишь, то дети куда смотрят первое? Не в глаза. А что ты принес? Дедушке, что ты, вот это, что ты принес? И это и хочется этой радости ребенку сделать. А чтобы сделать радость, это при таких ценах, это кошмар какой-то. А вообще так смотрю, вот я. Компенсуя Крым? Ну как, Крым своя изюминка, а здесь своя. Я, знаете, ця чайка, я вам про неї говорив. Сережа, покажи от чайку, зніми просто її ще раз. Із неї якось на нас перейди, тому що вона любить кіно. Вона підслуховує. Вона жінка, мабуть, жінка. І, очевидно, любить кіно. Вона стремиться, славу хоче, славу. Це значить, коротше говоря,
Я вам хочу сказать, что все режиссеры хотели эпизоды сделать, несколько эпизодов, а некоторые все в Крыму. Потому что убить два зайца, с дуплетом выстрелить, значит снять кино и отдохнуть. Но еще, понимают, любое кино всегда украсит море. Ну какая красота. Так вот, я долго, я в Мариуполе снимался, а тогда это Мариуполь, а тогда был Жданов, да? Угу. На фестивале, у Жданов был фестиваль, приезжал, на встречи. Ну, другие. И я там был на пляже, меня оттолкнул, там он не ухожен, грязь, там промышленность. И я думал, что Азовское море. А потом, лет 10 тому назад, я открыл для себя, боже, такая красота, теплое море, оно такое ласковое, цены по сравнению с Крымом, это не мало, то-то. Условия хорошие. Вот зараз так. Цікаво розказуєте, як от у вас знайшовся контакт з Азовським морем. А мені здається, у вас за останній час ще відбувся контакт з Карпатами, там ви більше якось останнім часом почали знімати. Скажу, і сини вир. Да, я вам скажу друге, що саме большое багатство чоловіка, це його настоящий клад, це друзі. От мені от тут Саша появився, Махотин у мене, тут друзі, люди. Который я могу, я уверен, что если что-то произойдет, попросите что-то, пускай это лучше они, и лучше никто не его просить, а просто они помогут. Понимаешь, эти люди помогут. Также в Карпатах, у меня очень много там, но я тебе скажу, как цивилизация портит людей. Раньше вот я, моя родина вот 6, Канев, Черкасская область, Каневский район, село Прохорівка. Это 8 километров ниже Канева. Так. Наверху великолепный стоит дом отдыха Академии наук. Это был всесоюзный, можно сказать. Такие места ездили с Ленинграда, с Новосибирска приезжали туда отдыхать. С Москвы, воздух, климат, все прочее, здорово. И какие люди были, я помню. Там приходишь, там, больше в бабушке, бабушка, там, продайте, там, груши. Там, вот, там, заходи, сынок, бери там то-то. Теперь это уже уходит цивилизация, она, какие-то плоды цивилизации. Она теперь просто... у меня нема кассового аппарата, не продам. А был интересный случай, мы идем с Колей Олейником, мы снимались где-то, и вот так тоже груши, да, а там вот возьмите, там или сорвите. Мы так несколько раз приходили, такие вкусные груши, Бера, мы ей что-то там, она даже деньги не брала. А потом, а что вы тут делаете? Что вы тут робите? Я говорю, кино снимаю. Кино, ага. Понятно. Да. А дома что вы робите? Тоже в кино. Да я разумею. А работа есть? Я, где вы работаете? И моя мама всегда тоже, она не поняла, ну, она всегда трудилась. Папа меня, ну, мне, к сожалению, мои родственники к искусству не имеют. Хотя папа великолепно пел. И дедушка мой пел. Мне, к сожалению, Бог обидел. Она не понимала, за что мне... Ну, это считается профессия киноактера. Вы знаете, это одна из самых высокооплачиваемых профессий в мире. Угу. Если есть работа... Не у нас. Да и у нас это довольно достаточно, как что там, глазки строить. Это если человек работает, то это хорошо. Но, к сожалению, у нас же мало снимается кино. А когда снимали кино много, то все роли снимали российские артисты. С Москвы, хорошие артисты. Но у нас не меньше. А иногда даже и лучше, это не то, что... Ну, такие, некоторые пробились на российские. Вот Богдан Стук, гений. Я с ним имел честь работать в трех или четырех картинах. Ну, последняя молитва за Гетьмана Мазепу. Он там играл Мазепа, а я играл Кочубея. Он мне голову отрубил. По дружбе, конечно.
Хоча це ж був... Приємно, коли ступка голову відрубує. А? Приємно, коли ступка голову відрубує. Да, не сам ступка, палачки, не знаю. І от недавно був казус, я показував отривки і думаю, що там по сцену казни. А там произошел казус. А казус в чем? Все отрепетировали, все снимается одним планом. Все он рук снимает. Вот. Это оператор понимает. И тут, и там нарушается как бы декорация, все, если там, там же всякие происходят манипуляции. То восстановить трудно. Считай, что один план. И надо сыграть, это говорю, в десятку. И оттуда играем, все. И тут у меня отрывается ус. Можешь представить? А я кричу и говорю, а он, что ты закрываешь лицо? А я кричу, Юра, у меня ус оторвался. Антон, я, боже, да. Ну, короче, и когда показал я этот, был на встрече, я взял и попросил, чтобы он медленно, когда это быстро, все это не видно, незаметно было. А когда медленно, у меня здесь оторванулся вот так, вот так. Палач, наверное, оторвал. Мне бы так сделать. Одна из пыток. Вот. Вот такая история. Ну, это, вы знаете, счастье. Когда встречаешься с талантливым, интересным человеком. Вот такой, мне много судьба. И с Андреевым я работал, с Дворжецким, со Ступкой. Да не хочу обидеть, массу. У меня 126, около 130 картин. Разные, хорошие, удачи, неудачи. Ну, как каждый. Кажется, когда думаешь, что если даже плохой, ну, такой средненький сценарий, думаю, что всем коллективом поможем. Ну, трудно пулю сделать из дерьма, понимаешь, пуля трудная. Но иногда получается, иногда. Такое, смотришь, не косится сюда, никто ничего не думал. Все раз смотрит на экране, смотрит. Как это вышло, да? Да, как. У нас говорится явище. Угу. У нас... Интересно, на студии принимали картины, ну и после картины худсовет, и кто-то должен сказать. Ну, как-то, картина не очень удачно получилась, и толкает, думаю, кто же начинает, надо начать что-то говорить. Ну, толкает, от боли вскакивает, ну, и сказал, ну, что я могу сказать? Явище. Вот так для меня это, и так многие, я часто послушаю, вот это слово явище, что явище, что они вкладывали в это, я так и не понял. Что бы вы радили людям подивитися за останні, якщо взяти 5 років з українського кіно, що ви дивитеся з насолодою? Є якийсь там топ-3, наприклад, або там, ну, навіть... Ну, очень много хорошие картины, вот. Племя картинок, сколько фестивалей. Вы знаете, какие на таких... Это теж вважається фестивальным. Да, ну, какая картина, какая сложная, тяжелая картина, интересная. Это мне мир... кажется, не на широкого глядача. Да, ну, конечно, но это интересно. Вот такие дела. Ну что, я бы вам пожелал бы успеха. И пожелаем успеха украинскому кино и нашему народу мира, благополучия, счастья, работы, любви. Всего самого. У нас прекрасная страна, прекрасная, удивительная, красивая. Люди талантливые, действительно талантливые люди. И они должны жить, достойную зарплату получать и жить прекрасно, жить неуродской жизнью, которая сейчас у нас, к сожалению, за копейки и прочие бабушки, смотрю, какие. Когда смотрю, они бегут, раньше хлеб покупали, буханку, что это, а теперь же уже четвертинки уже нарезаны, покупают четвертинки, там этот кефирный, как смотрю, когда кефир стоит уже 15-18 гривен, это плохо, надо, они, мы достойны лучшего. Я всем желаю счастья, еще раз здоровья, успехов, процветания и веры, это главное, верить лучше, потому что без этого нельзя. В свою чергу вам цікавих сценаріїв. Спасибо. Дякую.